Вы сейчас находитесь в основной школе, это военстрой 13, но на слайде вы видите, что у нас есть еще и филии. Филии, которые находятся на 3-м Шевченковском микрорайоне, это Никояна и Авраменко. И в нашей школе, где мы сейчас находимся, воспитываются ученики дошкольников. Это 5 групп дошкольников, их здесь 132 человека, и учащиеся первых 11 классов, 585 учащихся. На Шевченковском микрорайоне есть 2 филиала. Один – это бывший садик семигрупповый, где воспитываются дошкольники, 88 человек, и начальная школа, это 4 класса. 85 учащихся. И Никояна, где воспитываются, начиная с ясельной группы, там есть 7 групп, это 162 дошкольника, и 219 учащихся с 1 по 9 класс включительно. Вот такая школа, сложная структура ее, сложная. В этой школе в 97 году присоединялись эти 2 филиала, когда не было востребованности в дошкольном образовании, пустовали эти здания. Вот тогда нам пришлось там организовывать школу. Сейчас как бы ситуация уже наоборот, она более требует мест для дошкольников, но тем не менее, спасибо департаменту образования, нас оставляют работать в той же структуре, потому что наработок у нас очень и очень много. И главная, наверное, миссия этой школы есть то, что красной ниточкой проходит преемственность в каждой сфере деятельности, начиная от ясельной группы до выпускников. Это прежде всего заключается в том, что мы ведем ребенка с ясельной группы и до выпуска. Главное, в своих программах мы изучаем их здоровье. И вот начиная со здоровья и их интересов, мы начинаем искать пути развития ребенка, чтобы каждому ребенку в нашей школе было бы здесь комфортно. 203 работника, из них 107 педагогов, учителей 72, воспитателей 35, с высшим образованием 81, воспитателей 14, учителей 67. Среднее и специальное образование, ну вы видите. Специалисты высшей категории, первой, второй, и специалисты, вы видите на слайде. Есть у нас разные категории работников, учителя-методисты, их 9, воспитатель-методист, старших учителей, старший воспитатель. Нету здесь у нас, а учитель-методист есть. Да, 9. Мы здесь взяли динамику наших развития контингента наших детей. С 9 года, как вы видите, в среднем, начиная от 748 до 783, в таких рамках мы и находимся, учащихся дошкольников, каждый год все вырастает и вырастает, очереди, как и в каждом детском саду, так и у нас, очень большая. В этой школе нету вообще никакого детского садика, и нам пришлось открывать группы в очередности с 97 года, почти каждый год-два мы открывали по группе. Сейчас их уже 5, это приспособленные помещения. Кому будет интересно, у кого такие же школы, комплексы при школах открываются, мы можем поделиться опытом, как это у нас. Они достаточно уже долго у нас существуют. Вот такие приспособленные группы с 2 классов, каких-то помещений мы делали такие.